продолжаем нашу тему комплименты. В прошлый раз мы говорили о комплименте, о качестве человека. А сегодня мы будем говорить про комплимент личности человека и в отношении одежды. Ведь мы знаем, что есть достаточное количество и категория людей, которые любят красиво одеваться. Это доставляет немало трудов, а еще и немалой квалификации. Поэтому мы можем говорить о красивом костюме, о сочетании цветов, о марках одежды. Это, возможно, даже спортивная одежда или обычная домашняя одежда. И мы можем поговорить очень хорошо, где она куплена, где вы приобрели, кто вам порекомендовал, какой дизайнер порекомендовал такую одежду. Ну и этот вопрос уже будет идти после самого комплимента. Итак, вначале вы спрашиваете, у вас отличный костюм, где вы такой приобрели? Или же у вас прекрасное платье, где вы такое могли купить? У вас прекрасная сумочка, у вас прекрасные очки, где вы такое заказали? Где вы заказали такую модель? Может быть, в интернете? Или же в каком-то супермаркете, или в каком-то бутике. То есть мы задаем вопрос, поддерживая человека в данной теме, усиливая его старание быть хорошим, прекрасным, интересным, красивым для нас. До новых встреч!